В республиканском доме ребенка сегодня встречали лето. Малыши купались в море из покрывала и собирали игрушечные ягоды. Праздник для детей устроила компанию «Шериф», рассказывает Светлана Мартынюк. Суета в четвертой группе с утра. Сегодня в доме ребенка будут гости, а значит, девчонкам вяжут шикарные бантики. Кстати, ручной работы. Мы наряжались, готовили платья, красивые бантики покупали, поэтому мы ждем. До праздника есть пару минут, будем знакомиться. Девчонки смелее, подходят к камере, трогают, машут в объектив. В этой группе дети с инвалидностью, и это самые обычные дети, которые обожают внимание. И вот все собрались в большом зале. Совсем малыши на руках у воспитателей. А трехлетки, кажется, впервые видят волшебных единорожек. Сказочные герои объявляют: сегодня будем встречать лето. Еще пока солнышко не видно, но я думаю, что после сегодняшнего праздника у всех в душе будет тепло, у всех будет прекрасное солнечное настроение. Первым делом фрукты и ягоды собрать. В мягкие корзинки отправляются бананы, апельсины, морковки и лимоны. Урожай есть. За работу всем аплодисменты. Ну, какое лето без речки и моря. В сказочном мире это все есть. Оказалось, делать шторм своими руками – это ужасно весело. А теперь волна спрятала всех. Время купаться. Ну и пусть море тряпичное, зато мягкое и теплое. Им это нравится, и это чувствуется. Приятно быть волшебницей для детей? Очень приятно. Компания «Шериф» ежегодно приезжает в детские дома в преддверии праздника Дня защиты детей. Мы всегда стараемся приехать с интересной, веселой программой. Очень тщательно подходим к выбору подарков. Всегда хотим, чтобы они были интересны и нужны. На самом деле в доме ребенка сегодня двойной праздник. Впервые здесь отмечают завершение учебного года. Наша гордость в этом году. У нас два первоклассника закончили первый класс с успехом, которые перевелись во второй класс. Это первый раз за историю всего дома ребенка. Мы их возили в школу, утром отвозили, вечером забирали. Коррекционную номер 2 и коррекционную 44-ю школу закончили. Учиться оказалось непросто, говорят воспитатели. Тем слаще сегодня праздник детства. Дальше были мыльные пузыри, а вместе с ними заразительный детский смех и много подарков. Мальчишкам вручили машинки, девочкам кукол, а еще конструктор и наборы для игр на воздухе. Лето только начинается. Светлана Мартынюк, Александр Зелинский, ТСВ.